Приветствую вас, геймеры! Это канал Алекс & Плей, и мы продолжаем играть в BGS мод WWW One Edition и проходить французскую кампанию. И сегодня нас ждет миссия под названием «Конец войне», 1918 год. Поехали! За 10 ходов надо пройти эту миссию. А тут что нам надо? Взять опять же Берлин. Уничтожить Мольтке. Уничтожить дивизию Гинденбурга. Уничтожить дивизию Людендорфа. Уничтожить дивизию Лейба. Фюрера. Адольфа. Уничтожить дивизию. Уничтожить дивизию Фокельхайна. Так, Муссолини за нас. И взять Вену опять же. Класс. Так, авиация, что ты нам тут можешь? Бефу Кельхайна будешь валить? Так, это у нас кто? Гюльмент. Так, не знаю такого. Атакуем артиллерием. Дефенсар, отлично. Так, танчики. Опять Бойко. Будешь на танк назначить. Фош, иди сразу на Людендорфа. Так, сюда мы назначаем Гурко. И сюда мы назначаем Петена. Отлично. Тут купим пехоту и меняем ход. Атакуем пулеметы. Это самое сейчас важное. Вот это самое опасное, что есть в войне, это пулеметы. О, критический урон, Деголь, давай. Видите, как они уже жестко с нас. Нам жизнь. О, да ладно, мы... Он, у него была защита, и он погиб. Забавно. Так. Идем на Брунсвик. Людендорф убегает от нас. Меняем ход. Догоняем Людендорфа почти. И, да, уничтожаем с помощью авиации. Отлично, Брунсвик наш. Так, дальше уничтожаем, наконец-то, пулеметы. Почти. Называется. В смысле, что музыка не идет? Так, вот, меняем ход. Так, атакуем Фокельхайна. Петен давай. 59. Ну и добивающий. Удар. Отлично. Меняем ход. Дальше... Идем на Австро-Венгрию скорее. Уничтожаем крепость. Берем Франкфурт и едем. А ну все-таки танком поедем в Австрию. Тут вышел Гинденбург за нами, но мы его остановим. Меняем ход.
Крепость давайте попробуем. Да, уничтожим. И окружим. Части наши. Тихонько вот так вот подъедем. Тут мы купим артиллерию. С воздуха попробуем уничтожить, но у нас не получается. Дальше. Мы идем. Я думаю, что надо подлечить сейчас Питена. Окружить броневичок австрийский и начать огонь. Меняем ход. Подводим авиацию. Тоже по броневичку атакуем. Эти крепости уничтожим. Зайдем в Бран. Уничтожим броневик. Красиво. Фоша подлечим. Ну и сейчас через ход уже начнем атаку. На одну клеточку давайте вот так вот проедем. Сейчас Берлин будем брать. Эти будут Вену брать, а те будут Берлин брать войска. Так вот разделим дивизии наши. Ну, самолет я отправлю, я думаю, на Вену. Атакуем танком Вену. Ну и Питен. Питен в следующем ходу мы уже Вену взяли. Считайте. Так. Атакуем Берлин. Отлично. Скоро уже Берлин возьмем. Так. Тут, я думаю, тоже осадную артиллерию возьмем. Меняем ход. Тут, я думаю, надо атаковать броневик. Давайте еще раз Берлин поатакуем. Берем Берлин. Окружаем броневик. Покупаем артиллерию. Самолет давайте тогда подведем сюда. Отлично, Вена наша. Питен, Филипп Питен забирает Вену. И награждается, и становится маршалом Франции. Так, меняем ход. Тут уже я ходить не буду. Атакуем пехоту. Сейчас забираем заводик. И добиваем сейчас броневик. Мольтке заявляет о капитуляции Германии. На этот раз уж точно капитуляция. В смысле, а что не победа? А, так блин, еще и в Пеш надо въехать.
О, я тут порадовался. А вот сейчас мы можем и не пройти. Я уже обрадовался, все. Ну, Германия-то капитулировала. Меняем ход. Сейчас надо взять, все-таки срочно взять пешку. Быстрее. Так. Атакуем. 76. 36. Давай, Функ, не подведи. 72. И отлично. Победа. Все. Австро-Венгрия заявляет о капитуляции. Все, за 10 ходов выполнили. На этом эта миссия закончена. Да, это все-таки мы капитулируем. И дальше начинаются альтернативные миссии за Францию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх и знайте, самое интересное еще впереди. Всем удачи и пока.